Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Даниэль Израэль. Художник из Австро-Венгерской империи, специализировавшийся на востоковедческих сценах. Я зачитываю переводную Википедию, данных очень мало. Родился 2 января 1859 года в Вене. Сначала был бизнесменом, затем с 1878 по 1882 год учился в Венской академии изящных искусств. За этим последовало обучение в Академии изящных искусств в Мюнхене с 1882 по 1885. Его основными преподавателями там были Йоган Каспар Хельтрих и Отто Зайц. В 1885 году, после окончания университета, он предпринял длительную поездку по Балканам, в Турцию, Палестину и Египет, сделав многочисленные наброски, которые он использовал для картин маслом в своей мюнхенской студии. Его работы включали пейзажи и жанровые сцены. С 1893 по 1899 год участвовал в выставках в Будапеште и Мюнхене, а также в родной Вене. Заболел психически и провел последние 2 года в санатории. Умер 24 апреля 1901 года в Вене. Но вот так немного все, что мне удалось найти о художнике из Австро-Венгерской империи, который специализировался на востоковедческих сценах, Даниэль Израэль. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.